перешла я уже на другую локацию. По туями зачистила крупный сорняк. Это я убрала уже до того, как в другой приезд. Здесь убрала. И вот тут у меня еще есть клумба угловая. Ее тоже уже убрала в тот приезд. Ну, куда же я без собак своих? Собаки везде со мной. С одной стороны это напрягает, с другой стороны это наша безопасность. Хотя деревня у нас достаточно дружная и спокойная. Чтобы я не слышал, чтобы какие-то были серьезные волнения, кражи, убийства. Как-то все друг за дружку. Также в тот раз я почистила вот тут хосты и начала уже чистить вот эту клумбу. Сейчас вот это дочищу и еще немножко в теплице соседней поделаю, чтобы брат завтра приедет и чтобы он перекопал теплицы и уже полностью готова к зиме. Это пока не делаю. Это осенние, как хризантемки, осенний цветочек. Вот цветы только набухают, будут цвести. Да, и вы тут, чтобы вы понимали, разница. Все обрезала. Тут еще немножко почистила. И, конечно же, я под пристальным наблюдением охраны. Да? Бегу дальше. Хочу немножко теплицу еще сделать. Ох, устала очень уже. Поясница отваливается. Руки дрожат. Но это не привычки. Меня смущает вот эта вот теплица. Вроде бы как родители убрали все, и в то же время кое-где вот валяются такие листва, трава. И хочу, чтобы брату было удобнее скопать, все убрать, и он только скопает. Тут также, видите, клубник у мамы, а здесь самшит, и туи мама пробует выращивать. Не успела я наделать. Время мое истекло. Через час мне выходить. Но я пометила то, что не надо вырывать, вырезать, выкапывать. Остался еще там кусок. Ну, может быть, завтра с утра перед отъездом успею еще залезть, что-то поделать. Я уже даже разделась, вся потная. Пойду выкину тележку и буду мыться, собираться, кушать и в дорогу. Конечно же, в сопровождении Майлса я пошла уносить тележку. Мусор так еще не увезли. Спина у меня прям отваливается уже. Вот так все соседи выбрасывают то, что перегниет. У меня-то только одна трава, палочки, камушки и слизняки. Все то, что совершенно нормально в природе. Можно сказать, компост. Поехали обратно. Итак, я передохнула, поела и отправилась в путь. Хотела я ехать с друзьям на автобусе. Тут где-то две, наверное, остановки. Две или три остановки до них. Ну, наверное, всех автобусы уже пропустила. Возможно, я даже уже опаздываю. Ну, у нас незваный какой-то вечер, что вот прям в определенное время, 00 минут, я должна быть. Когда иду, тогда иду. Вообще, сейчас посмотрю, если будет автобус, то на автобусе. Не будет, пойду пешком. Тело все болит. Прям меня все ломает.
Вчера тоже такое состояние было. Это, наверное, от того, что я мало двигаюсь в последнее время. Мало физических нагрузок. И прям я устаю здесь. Но это такая приятная усталость, когда видишь то, что ты сделала, объем какой работы. И реально это все здорово, и все это на пользу. Классно. Я, в общем, довольна, что я этим занимаюсь. Мне это прям вот как не во благо. Как объяснить? Я от этого получаю удовольствие. Получаю удовольствие от того, что я занимаюсь данным трудом, вижу результат, и меня это не напрягает. Хотя усталость страшно. Вот сейчас бы лечь и лежать с вытащенными ногами, но общаться надо тоже. Встречаться, общаться, пока есть такая возможность. Поэтому превознагла я все свои боли, неприятности, усталости. Я иду. Можете считать меня ленивой попой. Я стою на остановке, жду хоть какой-нибудь автобус. Я не могу идти. У меня болят ноги, они как будто свинцовые. Икры внизу болят. Ну, кто занимался спортом, фитнесом, знают, как. Когда долго-долго не занимался ничем, а потом раз... И начал двигаться активно. Так же я. По расписанию, конечно же, какие-то есть автобусы. Но это еще большой вопрос. Так как у нас расписание, ну, закрасили какие-то ненормальные люди. Вот, 16.57 есть. 16.58. Это идет в Коломну, точно я знаю. Вон есть, едет какой-то автобус. А вот, получается, это расписание одно на две остановки. Вот едет автобус, еще один. Вот я уже прибыла. И совсем недалеко от друзей. Вообще здорово. Я думала, что остановка раза дальше. Сейчас замечательно. Сейчас еще в магазин зайду. Раньше это была палатка, когда мы были совсем мелкие. А сейчас уже такой магазинчик сельский. Хороший причем такой. Что-то дом прям, окна все побиты. Никогда здесь не ходили, даже не видела. Мы всегда с той стороны идем. А это получается, я немножко возвращаюсь обратно. Ну, вообще классно. А то я как подумала, сколько мне идти. Ну, мама не горюй. А вот и магазинчик. Землячок. Даже не знала, что так называется. Все хорошо. Без выходных с 9 до 9. Все, затарилась я. Я, конечно, как из голодного края была. Глаза разбежались. Что покупать не знаю. Все вроде и надо. И ничего не надо, ничего толкового нет толком. Цены бешеные. По сравнению с нашими, с Коломенскими. Это Коломенский район, я сейчас нахожусь. Ну, так как единственный магазин, получается, на деревню, то цены, конечно, ну, не космос, но все равно. Я знаю, что местные бабульки ездят в Коломну и закупаются в тех же пятерочках и обратно приезжают сумками в деревню. На этом я буду со всеми вами прощаться. Я уже подхожу к дому наших друзей. Пока посижу, поболтаю, чайку попьем, посмеем, все повспоминаем. Уже будет много времени. Вечером, получается, сейчас уже быстро темнеет. И когда я от них выйду, уже будет совсем темно. Поэтому всех люблю, всех целую. Всем пока-пока. До завтра.